Волгоградский государственный технический университет славится не только своими умами, но и талантами, которые ежегодно радуют самыми необычными и творческими номерами на традиционном конкурсе художественной самодеятельности. И если вы тоже неравнодушны к искусству, тогда поехали! Несмотря на то, что это конкурс, атмосфера в зале была доброжелательной. Участники с волнением ожидали своего выхода на сцену, ведь многие ребята специально пришли поддержать конкурсантов и насладиться красочным мероприятием. 10 факультетов представили свои яркие номера, от трогательных, проникновенных песен до веселых, энергичных и зажигательных танцев, которые никого не оставили равнодушными. Впечатление от номера, да мы в восторге, я думаю, мы справились. В целом все было неплохо, мы выплеснули всю энергию, все эмоции, ну было здорово. Мы рады, мы счастливы. Жюри и весь зрительный зал были в восторге, ведь в очередной раз команды студенческого актива показали, на что они способны. Результаты конкурса будут объявлены на рыцарском турнире в апреле. Именно благодаря таким мероприятиям рождаются настоящие таланты, вдохновение и искренние улыбки. Горхоз ТВ объявляет сезон исключительно ярких эмоций. С вами были Попова Анастасия, Щепетнова Мария и Чепайкин Александр.